Извините, товарищи партизаны, можно ли нам остаться с вами? Нам некуда идти. Нет, нельзя. Кто вам может научиться стрелять? Я тоже? Нет, я сказал. Товарищи евреи, вас собрали здесь всех вместе, чтобы провести по немецким тылам и вывести за линию фронта. Я слышал, они поют. Это почему? Это знак радости от общения со Всевышним. А можно сделать так, чтобы они не радовались во время похода? Немцы нас выследят и убьют. Если ну все рассчитается, вычислится по полочкам разбор. А вы шахматист? Нет, я экономист. Есть такая информация. Пойдут на нас. Не зундеркоманда, которая в деревнях, а регулярные войска. Мне нужны двое, которые умеют стрелять. Бабушка, это ваши внуки? Бабушка у тебя дома сидит на печке. Это мои сыновья. Темно не приметил. Главное не терять надежду. Это мы никогда не теряли, даже в самые плохие времена. А как будет жених по-еврейски? Хочу на тебе жениться. Хочу стать твоим хусом. Уводи вглубь леса, а потом вдоль реки. Отставать нельзя, мы не сможем за вами вернуться. Киселев! Нужно уйти как можно дальше от лагеря. Пацаны, ее все погибают. Она ребенок, она не понимает. Когда страшно, нужно думать о чем-то хорошем. Их задача в том, чтобы выжить и дойти. И выбора нет. А шансы есть.